Флаг, герб, гимн – особые ценные знаки духа народа Казахстана, его национального самосознания, героизма и таланта. В Шуйском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 25-летию государственных символов Республики Казахстан. Трепетным стал момент, когда вниманию зрителей были торжественно представлены государственные гербы и флаг страны. Затем прозвучал гимн Республики Казахстан, после которого с поздравительной речи выступил аким Шуйского района Кайрат Досаев. Глава района поблагодарил за добросовестный труд и активную работу сотрудников госорганов и вручил им грамоты и благодарственные письма. Далее для всех участников мероприятия состоялся незабываемый праздничный концерт. Государственные символы наполнены глубоким сакральным смыслом. Они отражают национальный дух, историю, культуру и традиции, неповторимую самобытность нашей страны. Образуют собственный национальный код, который, как сказал президент страны, любую нацию делает нацией. Поздравляю всех с 25-летием государственных символов Республики Казахстан.